Николай Старшинов, мать и сын. Вот оно, свершилось это чудо. Мать идет, посторонись, народ. Сын вернулся, да еще откуда? Из самих космических широт. Это он ворвался в наше завтра, что самой фантастике подстать. Первого на свете космонавта обнимает и целует мать. И с такой материнской силой, радость всенародную деля, обнимает сына вся Россия, рукоплещет сыну вся Земля.